Всем привет! С вами канал недвижимости в Турции, мистер Агаси. Канал Paradise Alanya, район Кестер. Нашел для вас трехкомнатную квартиру пустую в самом хорошем месте района Кестер, около речки Дим, которую многие знают. Хочу показать проект, который был сдан 8 лет тому назад. Здесь у нас главная улица, которая идет в сторону моста Дим, речки Дим. Расстояние отсюда до этой дороги 500 метров максимум. Оттуда до моря где-то 100 метров. Есть подземный проход, также дорога через мост. Так, здесь у нас открытая парковка, вот снаружи. Здесь места для велосипедов и мотоциклов. Так. Ухоженный сад, вот с такими интересными цветочками. Хочу показать, цветочка называется лисичка. Кто не видел, тот увидит. Здесь вот такой просторный сад, тут бассейн, который функционирует порой, порой выключают, спустили вроде, из-за того, что уже октябрь. А состоит она из 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 блоков, айда тут 250 лир. Есть фитнес-центр, надеюсь, открыто. Нет, не функционирует из-за пандемии. Вот оборудование видно. Так. Есть тут у нас сауна, хамам, открытый бассейн. Сейчас я покажу. В этой стороне у нас. А где сауна? А, сауна в той стороне. Сейчас я туда приду, покажу сперва бассейн. Так. Это элитный район. Тут недвижимость дорогая, так как невозможно строить высокоэтажки, так как муниципалитет Алания не разрешает. Тут 5-6 этажки. Здесь у нас детский бассейн. Просторный длину бассейн для взрослых, где-то 25 метров в длину. Так, как пройти в эту сторону? С двух сторон у нас беседка и зона барбекю. Зонтики, шезлонги, все есть. Также есть генератор. Тихий, спокойный район. Рядом есть маркет. 150 метров от этого проекта. Вот еще одна беседка. Так, вот выход, душевая кабинка здесь. Беседка, зона пикника. Вот есть калитка. Там у нас генератор зеленый. Вот калитка. Открыли. Там есть оборудование для спорта. Поливают. Вот такая красота. Тут комаров никаких нет. Так что здесь все. Дезинфекцию все делают от комаров. Вот такая речка, такая красота. Вот такой красивый проект. Я сам живу напротив этого проекта. Вот если вы по этой улице пройдетесь к морю, здесь расстояние 550 метров к морю, а с той же дороги 600 метров. Угу. Теперь пройдемте в квартиру. Вот там игровая зона для детей, горочки, качеля. Здесь с кодом вход. Закрывается и не открывается. Видеонаблюдение 724, охрана, консьерж, все есть.
Хамам, сауна и римская парная работает только зимой. Еще раз повторю, Айдат 250 лир. Порой забываю говорить про Айдат. И что у нас еще? Цветочки, деревья. Кого интересует недвижимость в Турции, недвижимость именно в Алании, обращайтесь, у нас есть на любой бюджет, портфель. Заранее скажите свои критерии. Ну, люблю продавать именно недвижимость, показывая на месте. Онлайн-продажами сейчас не занимаюсь. Так, здесь у нас турецкий хамам, сауна и теннисный стол. Кажется, римской парной нету. Теннисный стол. Вот хамам. Большой такой. И сауна. Вот сауна, здесь света. Света нету. Так. Квартира находится в этом блоке. Вход в проект. Закрываем лифт. Вот такой лифт, вместимость 4 человека. И вот наша квартирка. Входим в трехкомнатную квартиру. Здесь никто не жил, 8 лет она просто стоит, ждет своего нового хозяина. Здесь, как сказали, 120 квадратных метров. Сейчас увидим. Ага, такая прихожая. Здесь санузел. Здесь у нас гостиная комната, совмещенная с кухней. Да, не маленькая. Кое-где нужно отремонтировать. Где-то выйдет здесь 300 евро, чтобы полностью отремонтировать и покрасить стены. Сейчас покажу. Там трещины на стенках. Здесь у нас балкон. Сторона тут юго-западная. Вот такой вид. Слышно, да, как все тихо, попугайчик там чирикает. Отсюда есть кусочек вида на речку и на бассейн. Средний этаж проекта. Здесь спальня с выходом на балкон. Тут минимум 12-13 даже квадратных метров. Но не маленькая. Здесь у нас хозяйская спальня, минимум 17 квадратных метров, жилая площадь, окна в пол, и здесь у нас санузел. Дорогие зрители, квартирка 2 плюс 1, 120 квадратных метров брут. Инфраструктуру вы увидели, бассейн, беседка, просторный сад, сауна, турецкая баня, теннисный стол. Расстояние отсюда до моря максимум 600 метров.
Так, квартира находится на среднем этаже, проект был сдан 8 лет тому назад. Цена этой квартиры 92 500 евро. Нужно купить мебель, обставить элитный район. Рядом есть маркеты. Пляж здесь также самый лучший. Вы Алания. Пляж Тосмора и вот конец Кестеля, где протекает речка Дим, так как речка одна из самых чистых речек в Алании. Туда втекает вот эта вода, она такая чистая, прозрачная, даже прохладная. Летом там пляж прохладный. И плавный ход. Песок. 500 метров этот пляж у нас песочек мелкий. Все, подумайте, если заинтересует, звоните по номеру, который указан в описании и в ролике. Нужно обставить, обойдется где-то минимум 3500 евро. Минимум 3500, а так можно и за 6-7 тысяч евро сделать конфетку. Но я вам минимально говорю цену, у меня свой метод покупки бытовой техники, мебели. Всем желаю радости, добра, здоровья, благополучия и побольше улыбок в жизни. Всем пока-пока.